Так, короче, идея такая. Мы долетим до этого гребаного рифа. Раз, два, три, пошли. Нам песос. Ну да, не долечу, я так и знал. Ёпта, есть шанс. Шансы есть, шансы есть. Сука. Нет. Блять, ну почти, сука. Попробуем вот так вот, кстати, как. Койцу адо, да? О, тема. Отонашку сиягаре. Е-бой. Все, дойдем. Дойдем. Все, считай, дошли. Главное не тупить. Хи-хи. Коре. Получу первого персонажа с копьем. Наконец-то пьем. По чуть-чуть, понемножку мы дойдем, моя картошка. Понемножку мы даем, моя картошка, мы даем, да туда там. Блин, жалко, тут лодок нету, а? Было бы вообще димбово. А так приходится такой херней страдать. Совсем чуть-чуть. Койцу адо, да? Ух ты, ёпта, чуть не облажал. Опа, и сундуки тут как тут. Коре. Лапоньки мои. Блин, надеюсь, обратно не таким же путем ублюдским, а? А то это ужасно. Нет. Бездну! О, я вас ушатаю. Ушатальте. Все этажи эти гребаные пройду. Вот так. Чик. Да вы чё? Последний зал. Все, блядь. Фуф. Три зала пройду. Это что-то прям жестко уже стало в третьем зале. Да ёб твою мать! Слава богу! Так, в этот раз вы дошли до третьего этажа третьего зала. Я максимум преодолел. Пуа, пока что. Так, походу я что-то там открыл, да? Ха-ха, Сянлин! Наконец-то! Опа. Пройди четвертый этаж, третий зал. What? Третий этаж, третий зал. Блин, мне интересно. Могу я, нет? Так, погодьте. О, 500 в эти дети две. Хо-хо-хо. Пошла жара. А, херня будет, по-любому. Я же говорю. Да полюбайся, давай. Ну так и знал. Сегодня день холодного лезвия, я так понимаю, да? Да господи! О, боже! Пятизвёздочный! Копье, ёб твою мать! Хоть чё? Небесная ось! Ха! Ну слушай, тут как бы по-любому узнаешь, вот на вот это вот лучше сменить и улучшить. Мы его улучшим, прокачаем. О, да. Она даже выглядит классно. Клык, пронизывающий тьму, увеличивает шанс критического попадания на 8%, обычной атаки на 12%, при попадании обычной или заряженной есть 50% шанс активности, есть 7 лезвия. Наносит 40% урона. О, твердая воля драконьего ветра. Оно даже выглядит эпично. 194, 133. А в жертву принести ничего не могу, да? Улучшить или пробудить? Для пробуждения ничего нету. Ёпт! Класс! Ой, это так мило! Пути-пути. 10 из 10, ладно.
Так, Господи Иисусе, пожалуйста, хоть еще раз. А, вряд ли. Ха, облом. Так и знал. Я говорю. День какой-то пишни. И снова облом. Супер. Дубины переговоров, так и знал. Ну, пожалуйста, ну я чё многого прошу? Облом. Да ты чё, издеваешься? Клёво. Давай. Не повезёт. О, боже! Персонаж. Да ты чё, сука? Вы издеваетесь надо мной? Я хочу вот персонажа, вот Цицик, к примеру. Да, и пусть что будет, ничего не будет. Облом. Пижня. Опять день холодного дня. Все, последний. И пиздец. Холодное лезвие. О, предвестник горит. Класс. Это что за атака такая имбовая? Соре! Ёптель. Соре! Она как шила. О, ёп твою мать, это что за говно? Ох, ёпта, чуть не убил. Вот спарта. О, боже. Хера себе. Охренеть, откуда мне с тобой драться так, а? Тихо, чем дальше, тем лучше. Опа, видал, я уже сориентировался. Опа, опачки. Так, нашей банде нужен хилер. Да ёпта, нет, сука. Бля, я не хочу тут сдохнуть. Тихо. Все, наконец-то. И что я получил? Воу. На этом, думаю, все. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте оставлять свои комментарии под видео, нажимать большие пальцы вверх, а также делиться и рассказывать друзьям. Также не забывайте про подписочки на мои социальные сети. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Не забывайте про большие пальцы вверх и комментарии. Почему я тебя потискать не могу? Это грустно. Ты такой милашка. Он реагирует. Я выше. Сфоткай меня, типа я крутой. Согласен, кавай.